осіб, що здійснюють тренерську діяльність на території міста Миколаєва. Та звернулися до Миколаївської міської ради з заявою про встановлення їм такої форми використання земельної ділянки, як сервітут. Проектом рішення пропонується затвердити 39 технічних документацій заявникам для здійснення підприємської діяльності та дозволити укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту строком на один рік з моменту прийняття рішення. В 11 суб'єктах підприємницької діяльності пропонується продовжити строк дії договору та відповідно одному суб'єкту переоформити діючий договір в частині заміни сторони. Підставою по всім об'єктам є позитивні висновки департаменту архітектури про відповідність розміщення таких об'єктів містобудівній документації. Ну, останній раз ми ці сервітути масово розглядали, ну, наверное, года два назад. Ну и тогда стоял всегда вопрос о том, что нам хотя бы, ну, внешний вид их, фотографии. Что-что? 39 целовые формы. Ну, понятно. Где они будут стоять? Что вопрос? Смотрите. Когда мы уже давным-давно не выносили этот вопрос на исполком. Вы вот нам предлагаете в понедельник, разослали нам вот эти вот отказать и дать. А что это, ну, нельзя было сделать хотя бы неделю назад? Нет, это шло в основной повестке. Вот эти материалы, основной порядок дня был разписаны в минулую среду, все дни, согласно с регламентом. А уточненный порядок дня был разписан за один день, согласно с регламентом, в понеділок. Ці два рішення входили в основний порядок денний. Ми надіслали проєкти рішень із схемами, матеріалами, які надані були зеленим матеріалами. Я розумію, у нас є на сьогоднішній день час от по 39 питань. Я зараз буду по кожному об'єкту задавати питання, ви будете показувати, а потім з чим-то на відмову. Я к чому? Зачем такий опит? Ну что, нельзя это, вот как всегда коллега говорит, ну, на каждый исполком выносить. Появились вопросы, выносить, они же не вчера родились. Что ж вы нас хотите загрузить вот таким вот количеством вопросов, это физически невозможно даже объехать, посмотреть. Там, где отказать, почему отказать, там, где разрешить, почему разрешить, что там рядом еще есть. Ну, для чего это топ такой? Я не понимаю. У меня есть, ну, лично у меня пропозиция, вот у нас сейчас есть, у нас до следующего исполкома оно в руках. Я предлагаю, вы же все равно их уже затянули настолько, что не выносили их там год, я не помню, когда выносили. Давайте хотя бы, ну, по районам, да, на следующий исполком рассмотрим там центральный, потом заводский. Но это же будет какой-то, а так мы формально подходим к тому, либо мы давайте лишим там 114 человек работы, а может и надо лишить. Но мы должны понимать, мы же принимаем на себя обязательства и обязанности, и ответственность, не вы, а мы. Что мы там решили 114 человек. Я должен уверен быть в том, что каждый из них за вас вопрос, я скажу, у тебя не сделано, у тебя ты не платил, ты не обращался. И наоборот. Понимаете, я о чем говорю? Я не понимаю. Я, например, лично голосовать не буду за такой опыт. Вот еще вопрос. Смотрите, вот там 114. Если, допустим... Ну, за 39. Хорошо, если половина поддерживает, то половина нет. Половина... Есть желание его поддержать, а половины нет. Вот, допустим, там 39, там и электротранс, правильно, и вода. Вот это я хотел и спросить. Давайте. Просили неоднократно разделять это. Действительно, электротранс это одно, банкоматы это другое. Там. Вода это третье. Все смешали в кучу. И канализация, специальные пытания там. Уважаемые коллеги, я напомню, что наш же коллега, который сегодня отсутствует, когда выносилось с голоса решение по разрешениям по Парминвесту, было предложено, а почему только это, если же обращений очень много. Давайте выносите, пожалуйста, готовьте проекты решения, выносите все, которые вы считаете нужные за, которые соответствуют действующему законодательству и так далее, и те, которые нет. Поэтому, ну, давайте как-то не менять точку зрения. Если мы... Мне вот сегодня то, что вы говорите, мне импонирует больше, я согласен. Нет, что это действительно... Сказали, социальная деятельность. Социальная тут вообще нет. Значит, смотрите, выполнено было поручение, которое было озвучено на исполкоме. Теперь мы говорим, ну что же вы делаете? Он тут ни при чем. Сергей Владиславович нам об этом сказал, мы все с вами махнули головой, у нас было предложено, то есть заходит
сервитут, вот как предлагается вознесение. Зашли, у них есть процедура. Процедура, чтобы не говорили о том, что кто-то там чего-то там занимается коррупцией. Прошло архитектуру, архитектура посмотрела, можно, нельзя. Если можно, значит можно. Запустили. Нельзя, значит отказать. Есть нормы и так далее. Но я хочу напомнить о том, что тогда мы не голосовали за сервитуты, а господин Слишевский сказал, давайте всех в одну кучу поставим, сделали. Я вам напомню, я сказал, что это неправильно. И я тоже сказал, что это неправильно. Спокойно. Нет, ну так это же чиновникам поставили задачу сделать, сделали как... Чтобы оно точно не прошло. А как по-другому? Разбейте хотя бы на... Вот это 39, разбейте хотя бы на 5 вопросов. Это называется «стой там, иди сюда». Понимаете? Это называется либо крест снимите, либо трусы оденьте. Ну что это вообще, как это, ребята? Давайте уже определяться. Нельзя быть красивыми и умными. Хорошо, Александр Федорович, на Советской будет одно решение, что на Советской улице. На Соборной поставить МАФ. А все остальные будут согласованы архитектура. Нужно голосовать за или против? Вы голосуйте как хотите. Хорошо. Я вам сказал о том, чтобы у нас было предложение, заходит МАФ отдельным решением, да. Его предлагает голосованию. Так отдельным голосовать. Решением, а не все вместе, правильно? Так правильно, но вы не слышите, что я только что сказал? Было решение члена исполкома в предложении, и все махнули гривой. И, простите, уже пошло. Как это называется? Все согласились. А теперь получается, что раз, и давайте уже там... Давайте определимся, пожалуйста, проголосуйте против этого решения. Оно уйдет. Мы разберем его по районам. Индивидуально, давайте индивидуально. Я поддержу индивидуально. Надо просто, ну правильно, давайте определимся. Либо по районам, как Степанец говорил, есть электротранс, есть коммунальные предприятия, есть. А то мы там в каком-то районе будет там будка для продажи билетов электротранса, кто-то будет против какого-то вопроса, весь вопрос будет снят. Надо, ну, как бы подойти к этому более... Коллеги, как вы скажете, так мы и сделаем. Голосовать вам. А почему? По каждому субъекту отдельное решение. Есть предложение в отдельное решение. Ну, по каждому субъекту. Так, в принципе, да. Каждому субъекту. По районам это тоже будет будем... каша. Если у кого-то будут вопросы... 100%. Тогда у нас будет 114 проектов решения. У кого-то возник вопрос по 115, по 110-му проекту. Потому что у нас вечно покинуло. Вот эти вот ужасные чиновники, такое впечатление, что вот надо этих чиновников просто всех сжечь на костре, и тогда в городе станет лучше. Чиновники руководствуются, в отличие от членов исполкома одним правилом, законом. Зашло решение, а завтра придет Ветров с Ващеленко и начнут рассказывать, вы что затягиваете решение всех оштрафовать. Сегодня, согласно нового законодательства, они не имеют права задерживать решение, иначе будут получать админштрафы. И сегодня эти админштрафы будут выписываться на каждого из этих чиновников. За каждый по гривен 350 получит он. Он посидел, 10 решений не выпустил и зарплату уже не получил. Поэтому у него есть решение, он его выносит. Погодили? Погодили. Продолжите договорів 103 суб'єкти. Підстави для відмови є висновки Департаменту архітектури та містобудування, в яких зазначається про невідповідність розміщення вказаних споруд будівельним нормам, а саме планування та забудова території. В принципі, це на підставі цього управлінням розроблено відповідний проект. Скільки з тих присутніх в цьому рішенні споруд вже не існує? Бо я знаю, що там вносяться споруди на відмову Мінутка, які вже знесені, на третій Слобідській, які вже знесені, на на Театральній, проспект Міри, які вже немає. Скільки порядок там? Половина, більше? Скільки цих споруд вже не існує? Я так не знаю. Ну, как минимум половина этих коммерческих споруд уже не существует. Отказ это, ну, простая формальность, чтобы привели документы в соответствие того, что, ну, вот, когда мы сносили, люди могли подавать на эти места. Потемкинская декабристов, вот только я посмотрел по списку, предлагается отказать 9 спорудам, там нет ни одной. То есть фактически их не существует. Минутка. Там, где Никольская, тоже там есть несколько там часовых споруд. Видать, когда был демонтаж, все, люди стояли без документов, видать, побежали просто в горосполком, подали документы, чтобы остановить. Их там нет, и, надеюсь, там уже так положили плитку, что там их уже не будет. Мира Театральная, Пограничная, Богоявленский. То есть этих там часовых споруд давно уже нету. То есть, как бы, так бегло я пробежался, как минимум половина из них не стоит и демонтировано. Просто документы до сих пор ходят по отделам горосполкома, надо принять по ним решение, как так положено.
положено законом, и отдельные файлы вообще проблемы. Вот то, о чем мы говорили по 16, то же самое по 17. То есть есть тоже предложение, ну, либо его вообще не рассматривать, снять, либо... И делать, или делать отдельно, действительно. Но если есть информация, что этих объектов нет, мы даже не ездили, не смотрели. Мы сразу читаем, их уже не существует. Давайте проголосуем.